В этом видео покажу вам, как добавить водительское удостоверение в приложение ДИЯ. Ну или по свитчине если на украинском. Итак, открываем приложение ДИЯ. Итак, тут у меня есть закордонный паспорт, карта платных киев податков и по свитчине Но изначально по свитчине у меня не было, я его добавил вручную. Итак, как это сделать? Переходим в меню. Пытание та АВИПоведи. По свитчине мой документ потребует верификации, и жмем на ссылочку вот за этим посыланием, жмем "открыть", увидеть через PrivatBank, и после этого надо нажать на ссылочку вот PrivatBank, но если ее открывать через приложение, то она не открывается, поэтому мы это сделаем по-другому. Открываем браузер на компьютере и в строке поиска пишем «Электронный кабинет Водия». И вот переходим по первой ссылочке. Я ее оставлю в описании. Мы попадаем на ту же страницу, которая у нас открылась в приложении. Жмем «Увиты через PrivatBanking». Выбираем свой банк. Модобанк, Пивденный, Конкордбанк. Ну, в моем случае я выбираю Приватбанк. Вводим данные, которые вы используете для входа в Приват24. Итак, у нас открылся электронный кабинет водия. Переходим на вкладочку «Верификация данных». И нам надо надавить кнопочку «Замовити» вот, в поле «Уточнение данных в реестре по свечень водеев». Жмем кнопку «Замовити». Перешли мы на страницу уточнения данных. Теперь нам надо заполнить вот свою серию документа, номер документа, дата выдачи документа и кем выдано. Выбираем свой, свой территориальный центр. Если его нет в списке, то выбираем ближайший. Либо по номеру, либо выбираете и территориальный центр из своей области, который находится в вашей области. Но это не принципиально. Вводите свой номер телефона, вводите свой e-mail и вот выбираем тип проблемы. В нашем случае это ведь документ за стосунку Дия або кабинете. Выбираем После этого делаем фото документа, то есть это посвечение водея с лицевой стороны, с обратной стороны. После этого делаем фотографии паспорта. Либо если у вас ID карточка, делаем фотографии ID карточки. Ну в общем тут понятно. Добавляем все эти документы. Если нужен какой-то комментарий, добавляем комментарий. После этого жмем кнопочку створить заяву. Надавили ее. И После этого в течение недели посвеченная водия будет добавлена в приложение Дия. На этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, я вам помог.